Привет, вы на канале Рисуем с Ирочкой, и сегодня мы продолжим оформлять мой-наш личный дневник. Идея такая, чтобы нарисовать два облачка. Один из них будет, из одного будет радуга исходить, а из другого звезды. Эту идею я подсмотрела в интернете, но она мне очень понравилась. Сейчас рисую облака. Сначала я думала в самом ежедневнике нарисовать. Но там будет не так смотреться. Так, одно облачко. Теперь другое. Теперь красиво нужно нарисовать звездочки. Вот рисуем кружочки, которые мы не будем закрашивать. Эта тучка будет черная. Так, нарисовали, теперь напишем по-английски. Когда идет дождь, смотри на радугу. Когда темно, смотри на звезды. Напишем по-английски. А теперь мы возьмем и вклеим это в наш личный дневник. Такой дневничок. Вот такой красивый разворот у нас получился. Если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк.